В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. Его произведения сегодня известны во всем мире, а творчество завоевало миллионов поклонников. Имя Рахманинова тесно связано с Тамбовским краем, селом Ивановка, где он отдыхал и сочинял музыку. Жизни и творчеству русского композитора был посвящен музыкальный вечер в городской библиотеке. Сочинять музыку для меня такая же насущная потребность, как дышать или есть. Это одна из необходимых функций жизни, писал Сергей Рахманинов. Музыкальный талант проявился у него очень рано. Уже в 4 года он играл со своим дедом на фортепиано в 4 руки. Сегодня произведения Рахманинова изучают в музыкальных школах. Они звучат на лучших концертных площадках мира. Сергей Васильевич говорил о себе, что он на 85% музыкант и лишь на 15% человек. Все творчество музыканта пронизано русским духом. В нем отражены детские впечатления от народных песен, церковной русской музыки. Мне очень нравится Рахманинов, это один из моих любимых композиторов. Он неповторимый, то есть его музыка, она, ее ни с чем не перепутаешь, и в любом его произведении читается его перо, как бы. И его музыка, в ней очень часто слышатся перезвоны колоколов, потому что Рахманинов, он очень любил Россию, и поэтому всю жизнь был ей предан душой. В селе Ивановка Тамбовской области создан мемориальный музей Рахманинова. В Тамбове стоит памятник великому композитору. Трудно переоценить тот вклад, который внес в русскую культуру музыкант с мировой известностью Сергей Рахманинов.